Тем временем ишимские садоводы собирают подписи под обращением о строительстве новой дамбы, которая смогла бы не пустить воду в город при любом подъеме реки. Члены садоводческих товариществ проводят общие собрания, где составляют обращение к властям с просьбой о создании надежного гидротехнического сооружения. Я уже поговорил со своими товарищами, с другими людьми, которые из других садоводческих товарищей. Дамбу нам необходимо восстановить. Восстановить ее со всеми техническими средствами. Хорошую, добротную дамбу. Длина гидротехнических сооружений вдоль реки составляет почти 8 километров. Высота около 9 метров. В избежание любых наводнений их необходимо поднять до 11 метров. Где гарантия, что на следующий год такого паводка не будет? И мы понимаем, что это вода не города Ишима. Мы понимаем, что эта вода пришла к нам, соседнего даже государства, будем говорить. Но обвинять мы никого не собираемся, что там и прочее. Мы должны предпринять и обеспечить все меры безопасности на территории нашего города. Настроены все, чтобы дамба у нас была.